Здравствуйте, я Василий Иванов. В этом видео я хочу рассказать вам о своих роботах для мини-сумо и микро-сумо. Робот для мини-сумо называется S-Slim. Его я сделал около года назад. С этим роботом я успел поучаствовать во многих российских соревнованиях и занять там призовые места, а также побывал на робот-челлендж, где я почти дошел до финала. Робот имеет на борту 32-битный микроконтроллер семейства Cortex-M3, 6 дальномеров, которые работают на расстоянии до полуметра, моторы полулуп 50 к 1, ковш из нержавеющей стали от строительного шпателя, статуя моды, без него в наше время на соревнованиях уже совсем никуда, 2 датчика линии, которые позволяют роботу не свалиться за пределы ринга, и все это питается от 2-баночного литий-полимерного аккумулятора. Вот видеофрагмент, на котором видно, как робот действует во время соревнований. Видео снято в замедленной съемке. Робот для микросумо называется микродозер. Его я разработал в августе, а сделал в сентябре. Этот робот имеет такую же элементную базу, как и S-Slim, но отличается наличием гусеничной базы и отсутствием одного цифрового дальномера. Спасибо за внимание.